Друзья, привет! Я Фикспрайс на энтузиастов 33 Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этом магазине. Все еще есть в продаже золотые тарелочки, золотые птички, белые птички, свечи, шары, подсвечники с последней серии, фрукты декоративные. Вот таких вазочек еще очень много, хотя симпатичные. А вот такая ваза скиф осталась одна, 249 рублей. Очень долго ждала вот этот крем Nivea Soft Fix Price и поспешила, купила в Ашане. Там он стоит дороже. Это крем для тела, увлажняющий Nivea Soft с маслом жожоба и витамином Е. Быстро впитывается, не липнет, 300 мл, 299 рублей. Поспешила. Крем для лица от Невской косметики «Коллаген». Питает, увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи. Исчезают мелкие морщинки. 99 рублей. Пилинг-маска для лица от бренда «Чистая линия». С экстрактом зеленого чая 79 рублей. Детская гелевая зубная паста, лесной бальзам для молочных зубов на 100% натуральной основе со вкусом клубники. Бережно очищает зубки от налета, защищает от сахара 79 рублей. Посмотрите, какой огромный ассортимент для принятия душистых ванн полезных. И соль натуральная, морская. И также привезли сюда соль для ванн магниевая, натуральная природная косметика на основе магниевой соли. 600 граммов, 99 рублей. Полотенце вафельное, 30 на 60 сантиметров, хлопок, производитель Узбекистан. Вот есть очень яркие, фуксии, синие, желтые. Есть скромнее, 83 рубля. Полотенце вафельное 30 на 60 сантиметров с символом наступающего года со змеей. Змейки такие добродушные, симпатичные в шапочках. Также хлопок, производитель Узбекистан. И смотрите, сколько расцветок. 124 рубля. Второй раз поступили детские манишки с елочками. Внутри флис, тепленький, с высоким горлышком, с отворотом. И опять пришли такие же расцветки, как были прежде. Есть потемнее, есть посветлее. 299 рублей. Новинка. Патчи для макияжа глаз 10 пар, самоклеящиеся, сделаны из нетканого материала и клеевой слой. Есть патчи черного цвета, есть пудрово-розовые и белые. 99 рублей. Сюда также поступили наборы резиночек с цепочками металлическими. Есть золотые резиночки, есть серебристые, 69 рублей. Новинка, зажимы для волос, 4 штуки, очень тугие, сразу вам скажу, не скользят, не заламывают волосы, изготовленные из стали и силикона. Нашла два цвета, 99 рублей. Теперь заглянем в отдел посуды и вновь привезли золотистую посуду. Девочки уже не знают, куда ее ставить. Люди набрались. Ну, берут потихонечку, конечно. Но сколько можно привозить? А это уже новинка. Это сахарница 250 мл. Сделана из рифленого стекла. Производитель Иран. Вот так она выглядит. Очень изящная, симпатичная. Можно использовать под орешки, дрожжи, цукат, да что угодно. 149 рублей. Симпатичный. Стаканчик 410 мл. Рифленое стекло. Очень похоже на золотистый стаканчик. 79 рублей. Это также новинка. Это десертная тарелка 19 сантиметров. Объемный рисунок с внешней стороны.
переливается, все с одинаковым рисунком тарелочки, производитель Иран. Цены, к сожалению, я не нашла, но не думаю, что они дорогие. Новые пиалы поступили, 660 миллилитров, это керамика, увесистая, чувствуется, что керамика. Очень симпатичные расцветки, но надписи надо выбирать, потому что они есть с подтеками, есть размазанные, есть желтые, бледно-розовые и цвет морской волны. 124 рубля. К ним можно купить кружки 460 миллилитров, те же расцветки, также керамика, кружки такие тяжелые, тоже с надписью. Три расцветки, 116 рублей. Очень нежная обеденная тарелочка. Не знала, как показать. Отсвечивает свет. Серебристый олень, серебристые елочки. 27 сантиметров. Это опаловое стекло. Производитель Иран. 229 рублей. Очень понравилось. Тарелка 26 сантиметров. Это уже фарфор. Вот такие бледно-серые цветочки, веточки. 199 рублей. Наборы шаров поступили 12 штук. Здесь и перламутровые, и блестящие, и матовые шарики. Посмотрите, золотистые, серебристые, голубые, бордовые, зеленые. В этот раз очень большой выбор. Стоят они 99 рублей. А есть вот такой смешанный цвет. Осталось 3 стеклянных шара. В одном вот снеговик с елочками, здесь олень с елочками золотистыми. И третий вариант. 149 рублей. Все же забрали. Вот эти статуэтки или фигурки новогодние довезли. Санта-Клаус здесь и на поезде, и на оленях, и на машине. Красивые подарочные новогодние пакеты. Птичка с блестками. Большой ассортимент по 49,50. Квартальные календари сюда также привезли. Я, кстати, купила себе вот такой календарь с собачкой и с кошечкой на 25-й год. Здесь еще больше выбор, чем на Индустриальном проспекте. 149 рублей. Фамилии тоже выставили новогоднюю коллекцию. Санкт-Петербург. Сейчас все будем рассматривать. Посмотрим, что почем. Новый год. Вот такой олень 380 рублей стоит. Мягкий. Гномик. 290. О, какая Санта богатый. С лыжами. В очках. 1430. Симпатичный. Так, ангелочек. 700. Так. Такой гном. 1000 рублей. Какой Санта еще. И с елочкой, и с оленем. 1430. А вот такой. И с золотой снежкой. 1430. Смотрите, какая одежда на нем золотом расшита. Здесь игрушки из стекла. Такая. Стоит 330. Но они все дорогие. 220. Набор стеклянных игрушек. 6 штук. 440. Не дешево. Так, там что-то красивое такое. Ой, не достать.
тащу. Так, стеклянные игрушки. Ого, 770. Олень в стеклянном шаре. 330. Мишка. 440. Да. Птички. 270. О, набрал деревянных игрушек на елочку. 440. 6 штук. Большой набор деревянные игрушки. 440. Да, дерево. Стеклянный шар. 330. Собачка есть. 490 аж. Птичка. 220. 330. Такой шар. Так, что-то деревянное вижу. Трубадур. Тут игрушки подвесные на елку. И веревочки есть. 200 рублей. Так, еще вот такое. Что-то блестит. Деревянное на елочку. 160. Тут подвесное деревянное. 160 рублей. О, сапожок. Ой, хорошенький. 150. Смотрите, красивая лень. 130 даже. Так, тут что у нас перевернуто? 150 рублей. Шар. Это дерево. Такой набор есть. 150. Санта. Деревянный, можно раскрасить. Да, фломастеры даже есть. Стоит 130 рублей. Новогоднее украшение называется гжель чемодана. Это фарфор. 380 рублей. Так, это олень. Статуэтка. Статуэтка-держатель. 770 рублей. Он только тяжеленький. А вот такой олень в очках. Тоже тяжелый и шершавый. Сколько же он стоит? 550 рублей. Такой прикольный олень. Золотистого цвета. Он тяжеленький. 450 рублей. Классно. Керамическая фигурка. Предположим, что это зайчик. Есть серый, есть беленький. 160 рублей. О, миг. Какой золотой крышей. Стоит 490 рублей. Фигурка с подсветкой. Да, светильник. Тяжелый. Какой олень красивый. Стоит 500 рублей. Елочка золотая, керамическая. 1100. Так, вот такая. Это подсвечник. 770. Вот такая елка. 1100. Это металл. Так, ангелочек. 440. Мы посмотрим вот этих. Это светильник. Стоит 660. Керамическая елочка с золотыми украшениями. 550 рублей. Вот эти какая елка тяжелая, кстати. 770. Так, а золотая 660. Это светильник. 550. А какие ангелочки. Ух ты. Светильник 1100. Они разные. С книжкой есть. Со скрипкой. Знали, что это первая часть. Основную еще будут выставлять. Видите, какие
такие квасные миски. Здесь матовые. 400 рублей на литр 200. А здесь зеркальная нержавеющая сталь. Вот такой цвет красивый есть. Здесь маленькая. 100 рублей. 200. Для запекания, хранения с крышкой из бамбука. 520 миллилитров. Жаропрочное стекло, тяжелый. 509 рублей. А большой 760. Какая хорошенькая баночка. Жестяная, она маленькая. 180 рублей. Хочу в парк и все. А то сдует все листья. Не успел, не успеем насмотреться на золотую осень. Но сегодня она не очень-то и золотая. Ой. Выворачивается зонтик от ветра. Ой. Опять же. Господи. Сколько туристических автобусов. Там Дворцовая площадь впереди. Вот мой любимый Александровский садик. Сашка, когда в садик, я с ней ходила в садик, они сюда ходили гулять. Маленький мой Сашка. Александровский сад. Все облетает, все. Не удается пошуршать. Все промокло. И брюки, и ноги. Все мокрое. Танцы, страшно. Все. Слышите, какой дождик? А мы с Сашей любили гулять в любую погоду. Друзья, ну продолжаю свою водную прогулку. Упрямство – это второе я. Сказала идти, значит иду. Но все со мной хорошо. Не знаю. Может, не сдует. Не заболела даже. Все хорошо. Я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи. И пока. Борис зонтика не выворачивает. Исаки. Любовь моя навеки. Ой. Похолодало. Все равно красиво. Все равно красиво. Ух.